Озвучено проектом HSP World Source. Приятного прослушивания. А я вас ждал, госпожа Альвера. А кто ты, собственно, такой? Здесь жила чудаковатая рыжая девчонка. Она переехала? Полагаю, вы говорите об Азалии. Прошу, проходите, хозяйка сейчас вас примет. Так, она ведьма, говоришь? Более конкретно будет употреблять слово «чародейка», а не «ведьма», как вы выразились, уважаемый Дмитрий. Ты тоже меня видишь? Стоп, откуда ты знаешь? Снотворец, глава 4. Прекрасная альтернатива. Прошу прощения, что шокировало вас. Я не хотел проявлять неучтивость по отношению к вам, но духи нечастые гости в этом доме. А с потусторонними обитателями я на «ты». Я оказался в невыгодном положении, так как хозяйка запрещает с ними общаться и велит выгонять их из квартиры. Но так как вы сопровождаете Оливеру, я не могу вас просто выгнать. Пожалуйте в гостиную. Желаете чай, кофе, шоколад? Могу достать специально для вас моченые в меду персики. Спасибо, но не стоит беспокоиться. Ты так и не ответил, кем ей приходишься. Прошу, простите мою неучтивость. Зовите меня Вальдемаром. Я ученик и по совместительству помощник Азалии. Будем знакомы. Вовчик, кто там приперся на ночь глядя? Вальдемар. Веди себя прилично. Ваша сестра Оливера со своим спутником соизволила посетить нас в столь поздний час. Полагаю, она пришла за своей вещью. Кто? О, какие люди! И духа с собой притащила. Неужели как свидетеля? Настолько не доверяешь мне? И тебе доброго вечера, Аза. Я привела к тебе этого духа по его собственному желанию. Ему нужна помощь. Ну, а мне было просто по пути. Чисто для справки. Я в состоянии сам говорить за себя, если что. Хе, а дух-то с характером. Ладно, видимо, дело серьезное, раз ты привела его ко мне. Вовчик, тащи карты. Слушаюсь. Итак, что ты про себя помнишь? Я только что узнал свое имя. Это все, что мне известно. Как-то так. Да, тяжко тебе. Что ж, задай про себя вопрос, но не озвучивай. Карты не тронь, я сама все сделаю. Выбери 3. И еще 2. Ага. Итак. Ха, интересно. Интересно что? Но так как вы сопровождаете... Приветствую, дорогие зрители канала NSP. Вы досмотрели видео до конца. Мои поздравления. У микрофона темная лошадка, и пока выдалась минутка, хочу потратить ее с пользой. Я искренне рад, что время подарило нам возможность немного поговорить. Достаточно долгое время канал находился в спячке, и нам трудно описать, насколько мы ценим ваше терпение и преданность. Бывают моменты в жизни, когда приходится пройти через вихри проблем и трудностей. Ничто так не закаляет человека, как преодоление преград. Мы благодарим вас за вашу веру. Канал NSP Voice Soul будет стараться над каждым новым контентом, чтобы вам вручать лучшее из того, что мы можем предложить. Не забывайте ставить лайки, делиться роликом и оставлять комментарий. Ваша поддержка придает нам силы двигаться вперед. А я не прощаюсь, ведь мы еще увидимся. Озвучка HSP World Source.